Всем доброго дня! С вами Марина и канал «Рецепты моей кухни». Сегодня пеку бисквит и хочу поделиться с вами идеальным рецептом с минимальным количеством ингредиентов. Бисквит по этому рецепту готовится очень просто и всегда получается хорошо. Для его приготовления нам понадобятся куриные яйца, сахар, мука, соль и ванильный сахар. Приступая к приготовлению, сразу включаю духовку на разогрев. Куриные яйца комнатной температуры вливаю в миску. Всыпаю соль и взбиваю яйца миксером до получения воздушной шапочки из пузырьков. Добавляю ванильный сахар и в 2-3 приема всыпаю сахар. Продолжаю взбивать массу до 10 минут. Масса в процессе взбивания стает светлее, увеличивается в объеме и струйка от венчиков оставляет рисунок на взбитой массе несколько секунд. Затем полученную массу всыпаю через сито муку, тоже в несколько приемов. И аккуратно снизу вверх вмешиваю муку в яичную массу, чтобы масса не осела и осталась воздушной. Я использую кондитерское кольцо диаметром 20 см. Его я подготовила заранее, обвернула фольгой, на дно положила пергамент. Бортики ничем не смазывала. Прикладываю тесто в форму и прокручиваю ее. Выпекать бисквит ставлю в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Время выпечки регулируйте по вашей мощности духовки. За время выпечки духовку открывать нельзя. По истечению 40 минут, столько у меня выпекался бисквит, вынимаю его из духовки. Даю ему полностью остыть на решетке в перевернутом виде. Остывший бисквит извлекаю с формы, удаляю пергамент и, аккуратно проводя по бортикам кольца, ножом все, бисквит готов. Затем бисквит нужно будет обернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на несколько часов или лучше на ночь для стабилизации. После чего его можно будет нарезать на коржи для тортов или просто порезать на порции к чаю. Бисквит, как всегда, получился легким, ароматным и пористым. Если рецепт вам понравился, испеките такой бисквит и, надеюсь, его рецепт добавится в вашу коллекцию выпечки. Благодарю за поддержку и за то, что были со мной. Оставляйте комментарии для общения, подписывайтесь, подключайте колокольчик, чтобы первыми смотреть новые видео. И до новых вкусных встреч! А также удачной вам выпечки!